Всем привет, с вами Силуат. Мы продолжаем играть по стражи Мастер Лига. У нас матч против Эспаньола Барселоны. Кроме Фернандиньо, все чувствуют себя превосходно, поэтому ничего менять не будем совершенно. Матч домашний против довольно-таки не сильной команды, поэтому должны победить. Я смотрел состав Эспаньола. Там у них только вратарь довольно-таки с хорошим рейтингом. Эдуардо не успел, точнее пытался отдать, но не вышел. А того, на кого хотел. Элсиньо. Вот. Вы это видели? Что это было? Не знаю, сможет ли кто-то объяснить, но думаю нет, потому что это просто ересь была. Других слов не находится. Почему он так сделал? Почему он пропустил мяч? Чегринский, ты-то куда катишься? Катился уже. Блин, аж забыл помять капитана. Официально. Ну ладно. Хитарян. Хорош Хитарян. Эдуардо. Ну верните им Хитаряну. Хитаряну сказал. Хитаряну. Отлично. Хитарян бьет, но попадает в ногу одному из игроков Эспаньола. Поэтому ничего опасного не произошло. Ферна в отборе нет. Типаненко в защите отработал. Ребята. А, все-таки было нарушение. Отдай. Ты куда отдал, Ду? Ты что, тебя хотел, чтобы он Дуласу кости отдал? Хотя я не знаю, кто там был вверху, но возможно у вас просто именно. Ну конечно же, зачем слушать меня? Гораздо веселее делать то, что сами вы хотите, игроки. Эдуардо, как ты разворачиваешься? Дулас Коста, все. Я даю тебе последний шанс доказать, что ты настоящий капитан. Ты его провалил. Поэтому капитан становится наш защитник Каракицкий, причем украинец. Что очень даже хорошо. Отлично, Чехринский, хорошо, что не добежал до мяча. Фернандиньо отдает на вратаря, тот на Эдуардо. Эдуардо неудачно. Степаненко, Дулас Коста. Ну... Эдуардо, ты напрашиваешься. Ты действительно напрашиваешься, чтобы я тебя вообще исключил основного состава. Почему их так плющит? Я не понимаю. Эдуардо, отлично. Элсиньо. Хитарян. На Фернандиньо. Фернандиньо бьет. Дулас Коста, Дулас Коста. Отлично. Но офсайд, да? Да, офсайд. Причем два игрока были в положении вне игры. Обидно. Потому что момент был потрясающий. Дулас Коста. Эдуардо. Хитарян. Неудачный пас. Дулас Коста с мячом. Дулас Коста. Нам Хитаряна решил дать. Правильно сделал. Но на добивании никто не смог. Но был рикошет, поэтому так же слабо. Вышло с ударом. Эдуардо унес удар головой, но вышел ворот. И ты опять же напросился, Эдуардо. Выходит Тайсон вместо тебя. Начинаем второй тайм. Ладно, пусть последний раз побудет Дулас Коста капитаном. Последний месяц. Вообще последнюю игру в месяце. Все. Ну тогда. Это его последний месяц. Пока он капитан. Что это было? Ты еще желтую дай. Кто это вообще сделал? Элсиньо. Куракинский меня вообще здесь сильно радует. Я просто не хочу его менять. Дай покупать кого-то на его место тоже. Особо желания нет. Тайсон. А Дулас Коста, Дулас Коста. Развивает скорость Дулас Коста.
Ну, Дулас Коста, что у тебя со скоростью случилось? Был же ты вроде бы тащил просто команду, у тебя рейтинг самый большой, но вообще не вытаскивает уже. Постарел что ли, сдулся. Чего все в подкате, ложитесь. Ничего это вообще не дает. Хитарян отлично. Бежит Хитарян. Отдает на Бернандиньо. Тот на Илсиньо. Но попадает ногу одному из игроков противника. Я ж буду позорно. Вчера отничился с панел Барселоны. Ребята, вы это что не понимаете? Отлично. Степаненко хорош, спас команду просто. Дулас Коста бежит сам. Самоуверенно бежит сам Дулас Коста. Ну странно. Пытается. Все. Дулас Коста. Это была твоя роковая ошибка, кстати. Дэвича выпускаю вместо него. И Алекса Тейшейру вместо... вместо Илсиньо. Конечно же, капитан Ракиси. Степаненко. А давай на Фернандиньо. О, то, что я хотел. Фернандиньо. Удар, но мимо ворот. Бьет наш центральный полузащитник. Надеюсь, эти домены помогут команде. Хоть как-то. Дэвич хорош. Хитарян, почему ты отходил? Тайсон. Бежит Тайсон. Почему они так скорость это проигрывают другим игрокам? Я не понимаю. Скорость максимальная. Увеличивать я вам не буду, ребята. При помощи бутсов. И покупок в магазине. Хорошо, Тайсон сыграл нам Хитаряна. Дэвич. Бежит Дэвич. Пытались на нем нарушить, но он хорошо сыграл. Хитаряна добивание и офсайд. Судья показывает офсайд, да, я вижу. Обидно, но что ж поделать, не везет нам сегодня. Невероятно не везет. Серна. Два игрока не смогли головой справиться. Обалдеть. Чигринский. Навес. Очень опасный Дэвич. В оборону не перешел. Правильно сделал, судя по всему. Тайсон. Не был в офсайде. Бежит наш игрок. Бежит. Бежит Тайсон. Бьет. Штанга на добивании забивает. Фух. Хорошо, конечно. Сыграл на добивании. И радуюсь, что мяч не попал во вратаря, пока он лежал. И это можно вполне себе считать победой, потому что не думаю, что Испаньол сможет нам что-то за такой короткий промежуток времени предоставить интересного. Дэвич, раньше ты же справлялся с такими моментами. Измаил, хорошо. Так как так? Чигринский подкат. Сорна. Обалдеть. Нужно же было проиграть-то так. В борьбе. Давайте смотрим в повторе. Вот пяткой. И штанги гол. Надеюсь, судья даст нам еще время. Очень надеюсь. Да, время он нам дает. Дэвич. Дэвич с мячом. Дэвич не уставший, поэтому все хорошо. Хитарян, Хитарян, ну куда ты бежишь, Хитарян, ты? Все, это точно последний матч, я уже не могу играть. Это выбесило меня. Что ж, Барселона... Вау. Барселона выиграла 3-0 против Юнайтед, и вот почему вау. Мало победила 2-0 Реал Мадрид. Валенсия 2-0 Бетис. И что же у нас тут творится? По-прежнему ничего. Первого по... Ничего ж себе. По 14 место изменений никаких. Интересно. Ребята, выбейте EV United. Они меня бесят. А то деньги получили. Так, я вот что хочу сделать. Остановить тут. Так, и что же? Вы думаете, я что сделать? Конечно же, поменять капитана.
Лоскос тоже нет. Отлично. Мощь. Техника, би, скорость, би. Мощь, би. Это вообще не видно. Совершенно просто. Пятов, что ты там? Да, Пятов. Водонол скатился совершенно. Опасные матчи нас ждут. Против Севильи еще матч Кубка Испании. Зачем мне... Окей, пусть будет. На этом все, извиняюсь за такие неудачные игры. Не понимаю, что творилось с командой. И вообще с PS. Увидимся.